Добрый день. Хотелось бы отметить выступление Сизовой Тани. Ну что, произведения испанской музыки, они, конечно, имеют определенную сложность и прежде всего в смысле характера исполнения. В общем-то, Таня справилась с произведением. Хотелось бы отметить такие моменты. При смене позиции во время игры хотелось бы, чтобы более точная была работа рук, пальцев, вот, и фразировочка. Фразировка, ну, прежде всего, имеется в виду характер и, конечно же, подчеркнутая ритмика. Вот. Хотелось бы вот именно остановиться на таком моменте, как характер исполнения произведения. Вот. Мне показалось, что немножко исполнительство немножко монотонное. Вот. Но это, я думаю, недостаток опыта. А в общем-то, при определенной работе, я думаю, что она добьется определенных успехов. Всего хорошего.